То есть вы, возглавляя участковую избирательную комиссию, вы не знаете... Нас не надо снимать. А почему не надо? Потому что... Можно. У нас по закону... Какому закону? Назовите норму закона. Вы что проявляете предел некомпетентности? Вы нам покажите закон. Да какой закон? Вас можно снимать. Вы должностные лица. Если вы подписались возглавлять участковую избирательную комиссию, то будьте любезны быть в кадре. Если вы не хотите наблюдателем ознакомиться со списком избирателей, прочитайте у Эллы Панфиловой на сайте ЦИК, все выложено. С чего это взяли вы, что мы должны... У вас все вопросы закончились? Нет, у меня еще не закончились. Я кандидат в депутат, у меня к вам вопросы. Товарищ председатель. У нас работа. Участковая избирательная комиссия. Вы председатель участковой избирательной комиссии? У вас назначили приказом, вы за это зарплату получаете. Куда вы пошли? Работать. Председатель участковой избирательной комиссии. Вот так Овинникова Ирина Викторовна выполняет свои обязанности. Можно любые вопросы задать в городе Рязани. Вот такой будет ответ. Проблема заключается в том, что участковая избирательная комиссия в третьем округе, председатели, считают, что нашим наблюдателям нельзя убедиться в том, что человек, который голосует, он внесен в списки избирателей. Она говорит, что это незаконно. Хотя на сайте ЦИК Элла Александровна Панфилова дала команду, выложили методичку, там четко идет разъяснение, что не имеют права препятствовать наблюдателям, они обязаны ознакомиться.